Ну, здравствуйте. Я что-то немножко тормознул с музыкой, потому что мне пришлось бежать и снимать телефон с зарядки, потому что мне нужен чат. Окей. Похоже, что здесь никого нет. And you know what? Все норм, все окей. Я просто еще хочу поиграть в Symphony of the Night. Если никого нет, that's okay. That's okay. Я просто хочу поиграть в видеоигры. А говоря о видеоиграх, где мои видеоигры? Окей. Symphony of the fucking night. Ха-ха, смешно, но серьезно, где оно? Вот оно. Окей. Так лучше. File run ISO. Кстати, мне надо было воспользоваться этими сейвами внутренними в эмуляторе. Сейв-стейты. Точно, они так называются. Я этого не сделал. А надо было. Упс, это очень громко. По крайней мере, для меня. Окей. Так лучше. Главное меню все еще глючит. И да, сейчас, конечно, здесь никого нет, but... Я скорее сейчас говорю для Ютуба. Привет. Приятно было увидеть то, что люди все еще помнят, полагаю. Опять же, это все для развлечения мне, и все для развлечения вам, и для пиара моей музыки, которая была, кстати, в начале стрима. Я считаю, что у меня получилось хорошо, мягко говоря. Я сам не особо фанат обычно того, что я делаю сам, в музыкальном плане, но... Разве я это не брал? Но в случае с этим конкретный EP, по-моему, получился очень классно. Если здесь кто-нибудь есть, то было бы классно узнать, как звук. Я немножко снизил громкость игры по сравнению с предыдущим стримом. Должно быть норм. Должно быть нормально. А, я сюда, конечно, пошел, это зашибись. Но где-то у нас, я точно помню, где-то должна быть еще одна голубая дверь. Где она? Я не помню. Где-то. Давайте пройдемся в телепорт, сходим, который внизу. И оттуда уже посмотрим, куда можно. Неплохо, неплохо. Да, телепорт. Честно говоря, я реально с прошлого раза, я, собственно, не помню, блин, куда идти. Синяя дверь, синяя дверь, синяя дверь. А, вообще, я вижу путь. Вон там какая-то дверь есть, повыше, прямо над нами. Туда и сходим. Если я звучу уставшим, то я уставший. Вообще, сильно надо было музыкой заняться, но я так подумал. Я хочу расслабиться. Нет, конечно, занятия музыкой тоже расслабляют, но, знаете, определенное давление есть, когда сидишь так, мне нужно сделать что-то, и более того, мне нужно сделать что-то хорошее, и это определенное давление. А поиграть в видеоигры на стриме... Тоже есть определенное давление, в каком-то смысле. Например, когда такие вещи происходят, думаешь, люди, наверное, думают, что я аутист. И они правы. Так, здесь путь направлен. Я не уверен, что мы можем туда вообще пройти. Мы сюда... Нет, мы сюда заходили. Тогда что за путь там? Плиз, нажмите на кнопку. Плиз! Я помню, что это нож какой-то, но... Вроде бы он достаточно неплохой. Нет, он плохой. Мне кажется, он быстрый. Типа, у него быстрая атака, но...
Ай. Короче, исследуем. Очевидно, я совершенно не в курсе, куда нужно идти, потому что я забыл. Ну да ладно. А если нет людей на стриме, that's okay. Люди на ютубе посмотрят. В теории. А, и еще, как вам вообще новый сетап звука? По-моему, очень даже ничего. Это я опять же спрашиваю. А, знаете, я вообще сейчас вообще говорю с ютубом, потому что на стриме сейчас никого нет. В теории. Я не знаю, я не вижу количество зрителей, но почти уверен, что никого нет. Честно, мне прям охренеть, как приятно наконец-то такой сетап иметь. Не как в прошлом, когда у меня этот микрофон, когда я всегда, я помню, хвастался, типа, о, вау, микрофон за 9000, звук должен быть хороший. И звук не был плохим, но не считая того, что он был говяным из-за того, что... Серьезно. Из-за того, что положение микрофона было плохим. Может быть, если бы я сейчас взял предыдущий микрофон, который у меня все еще есть, и поставил бы его с таким же сетапом, да, может быть, было бы даже лучше. Хотя куда лучше, правильно? Но... Короче, он был на треноге, окей? На треноге, которая очень плохо стояла. That's what she said, maybe. Она очень плохо стояла и было жутко неудобно, и поэтому мне приходилось просто ставить этот микрофон не то чтобы подальше от себя, но он стоял рядом с микрофоном, эхо было, и, короче, было не очень адекватно. Сейчас, когда у меня... пофиг. Сейчас, когда у меня адекватный сетап, когда у меня есть вот железная хреновина, которая позволяет двигать микрофон как тебе, в общем-то, угодно. Ай, так хорошо. И в плане звука, и в плане вообще чисто вот даже физически, да, удобно. По сравнению с тем, что было раньше. Я не думаю, что это... И церковь мы были только что, и там делать нечего. Прям как в реальной жизни. I'm sorry. How? Окей. Окей. Cool. Здесь спуск вниз, но я не помню, что здесь конкретно. Да, это просто путь. О! Игра, кстати... Опять почему-то подлагивает. Что интересно, получается, игра лагает только вот в этих начальных локациях. Потом все было нормально. Странно. Да, это та хрень. Когда я говорю та хрень, я не помню, что конкретно за хрень там была. Но... В плане, мы там уже были. Это, в общем-то, что там, не так уж и важно. Ну, по крайней мере, мы закрашиваем карту, правильно? Окей. Опять же, я все еще нахожу... Пытаюсь находить адекватную позицию для микрофона. Я, конечно, могу поднять его вверх. Вот так, и так прям совсем, да? Может, по-моему, даже перебор. Но я таким образом тогда не вижу чата. Ну, это уже, знаете, вопрос. Мне стоит купить второй монитор. Я так говорю об этом, как будто бы, эй, Костев вернулся, теперь он супер-стример с крутым, относительно, по крайней мере для себя, с крутым сетапом. It's time to go back to the past, самурай Костев, I guess. Теперь чувствую себя как один из тех, картинка была смешная. Смешная, в то же время грустная, конечно. Где персонаж, ну, просто, как всегда, Stickman, полагаю, стримит на Твиче, и потом
Ага, спасибо за классный стрим и, типа, до новых встреч и так далее и тому подобное. Глючит опять. До новых встреч, и стрим заканчивает, и, типа, ну, грустно, потому что никого нет. Поушен. И мы сейчас точно так же. Ну, оно и понятно. Вечер понедельника. Люди, наверное, отдыхают. Вау, почему она так лагает? Яйкс. Это был неироничный яйкс. А, да, точно. Что я туплю? У нас же есть дабл джамп. Теперь мы можем пробраться через часы. Точно. Теперь я помню. Когда я немножко логики применил в какой-то веке. Гарам. Уничтожен и унижен. В любом порядке. Приз. Эй, very nice. Парарарам. Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Эй, 200 хп. Окей. А, здесь тоже так... Опять же, глупо это каждый раз говорить, но да чего же здесь классная музыка? Я вообще люблю такую вот музыку, ну, в плане саундтреков в основном. Да и не обязательно, ну, да, в основном саундтреков, но которые имеют такие, знаете, вальсовые мотивы. Это как саундтрек, знаете, к Цельнометаллическому алхимику, который 2003 года, там есть очень классный трек вальсовый. Вот этот трек. Мне очень нравится такое. Сейчас. Так хорошо. Ужасные ноты. Я извиняюсь. Так, broadsword. Знаете, урон всего лишь на одну меньше, а дальность выше. Good. Уже, знаете, на данном этапе игры пора воспользоваться другим оружием. Я не помню, куда это ведет, поэтому пока мы туда не пойдем. Плиз. Плиз. О, боже. Этот враг классный, но, боже мой, это О, май гад. Мое хп. Jesus. Окей. Ну, и я потерял топор. Very nice. Больше я с тобой не дерусь. Ты меня бесишь. Вальс это классно. Я просто, опять же, большой любитель готики, поэтому... Ничего удивительного. Больно. Близко. Гарм. А, здесь этот хрен с кинжалами сейчас будет. Еп! Блейд. Excuse me, not my blade. Мой блейд черный. Jesus. Oh my god. Не-не-не-не, только не умирай, пожалуйста. Я не хочу через все это проходить заново. А у нас был Potion. Сам HP. Сколько? 50. Good.
Где мой Broadsword? Боже, ты меня бесишь. Вот как с тобой драться, когда ты после того, как ты наносишь атаку, сразу бежишь на меня. Бесит. О, боже, ты чего же дебильный враг. Эх. Да, и он сейчас еще кинется. Это я помню до сих пор. Знаешь что? Give me some cheese. Cheese 18. Я должен был это ожидать. А это когда мы сможем делать вверх, точнее, извиняюсь, вниз-вверх прыжок. Потому что когда у нас будут эти ботинки, которые позволяют максимально вверх лететь. Это хорошо. Не зря сюда пришли. Actually, я не знаю, есть ли сейчас кто-то в чате, я теперь смотрю, у меня почему-то disconnected из чата. Может быть, сейчас в чате что-то и происходит, только я этого не вижу. О май гад. Почему я disconnected? Connected. О май гад, я вернулся. Кто-то есть в чате? Sorry. Даже боты. О май гад, я игру не видно? О, Jesus, вау. Окей, вау, хороший стрим. О, май гад. Профессиональный стример, что сказать? Это услышанного сетап. Я извиняюсь перед Ютубом. Я извиняюсь перед... перед всеми, рили. Если бы у меня чат законнектился с первого раза... привет, Рогомол. Если бы у меня чат законнектился с первого раза на телефоне, я бы увидел то, что... окей. Окей. Итак, привет снова. Первые, я так понимаю, 15 минут стрима ни хрена не было видно. Профессионализм. Эй, зато чат вроде бы наконец-то на экране. По сравнению с предыдущим разом. Именно поэтому чат и важен. Привет, чат. Именно поэтому чат и важен. То, что когда такая хуйня происходит, я об этом узнаю. Серьезно. Вау. И мне кто-то что-то это потом. Потом, maybe. Знаешь что? Боже, у тебя хитбокс даже на... на всем. Есть ли у меня что-то полечиться? Шиитаки, по идее, мало восстанавливает, если я правильно помню. Нет, немножко не то. Где хороший меч? Система, конечно, инвентаря не супер. Да, Рогомол... напиши что-нибудь, пожалуйста, чтобы я знал, что у меня чат опять не задисконнектился. На всякий случай, я не хочу повторять этой ошибки. Вот что значит не стримил 1000 лет. Извиняюсь, Ютуб, нихуя не видно. Ох, Колизей, одна из самых нелюбимых локаций. Что музыка, что, в общем-то, враги, что эстетика. Да, зачем... зачем Дракуле целый Колизей, блин, в замке? Окей. Похоже, Рогомол сбежал. И логично. Ни хрена не видно было. Ау. Вау. Good job.
И не то, чтобы эта музыка плохая. В этой игре нет плохой музыки, но... А, если я правильно помню... Упс, это было случайно, но, знаете, я рад, что я это сделал. Если я правильно помню, наверху здесь есть секрет. Типа, можно пробить эту, этот потолок. Но, к сожалению, у меня нет подходящих приметов для этого. Я так понимаю, здесь нужен топор, правильно? То ли топор, то ли нужен вот этот как раз ботинки, который позволяет удариться об потолок. Ну, я не уверен, возможно, это в другой комнате, но я точно помню, что где-то есть такое место в потолке, в этой локации, где можно его пробить. Тан-та-р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 а. Так, там направо босс, мы туда не идем, я не хочу огрести, у меня 65 HP. Сначала было бы хорошо найти сейф. Это вроде бы путь в церковь. Yes. Парарарапам-пам-пам-пам. Парарарапам-пам-пам. Yeah, все правильно. Церковь. Опять же, да, вопрос, зачем Дракуле церковь? Сейчас я на всякий случай проверю, вдруг у меня на телефоне опять не видно чата. А, нет, все правильно. К сожалению, на стриме тишина. Бывает. Но. Печет ли мне от этого? Да. Есть немного. Это я искал. Got him. Так, го на босса. Excuse me. О, найс. Хе-хе, thank you. Who are you? Open hell's gate. Come forth, my servants. The scent of your blood. You're a Belmont. Crush this flea who invades my castle. Okay. Wow. Ничего себе, у меня это... инстинкт был. О, на боссах это не работает. Cool, cool, cool. Бесполезная хрень, конечно. Даже, знаете, было бы логично, если бы он хотя бы... Вау, мое HP. Было бы логично, чтобы он хотя бы, не знаю, замедлял боссов, правильно? Хотя бы, ну, вопрос баланса. Но нет. Нет. Нам этого, даже этого не дали. Классный хитбокс, дуд. Я мертв, кстати. Тормоза. Кул. Удивительно, но я жив. I'm certain that was a Belmont. So he says he's the lord of this castle. Nice. Давайте на всякий случай все-таки сохранимся. Не то чтобы это было трудно, но это было близко. Все же. Почему бы и нет? Но оружие это срочно надо сменить. Где у нас был сейфпоинт ниже? Okay. Эй! Я не помню, как я, когда в первый раз играл в Symphony of the Night, вообще нашел то, что можно в эту... как называется? В эти часы запрыгнуть. Как я вообще вспомнил? Скорее всего, зная себя, наверное, я просто ходил по всему замку как дебил и постепенно со временем просто нашел. Скорее всего, потому что вряд ли это был момент, типа, я дабл джамп. Там были часы, у которых отодвигалась статуя, у которой прям высота точно такая же, как мой дабл джамп. Почему бы не... туда не сходить? Yes.
Упс. Еп. Разве это... Ура. Что тупо это тратит магию? Wait, what? А, это была кнопка, о боже. Ну! Упс. I guess. О, но! О, woman! Классный скелет! О май гад. Стоит ли идти направо или, может быть, налево? У, тормоза. Ха. Бамбузлд, как говорится. По крайней мере, мы вернули топор. Good. Такой, не знаю, фьюжн трек. Очень-очень найс. Nice. Опять же, это один из самых моих нелюбимых треков в игре, но все равно сам по себе, вот, вот чисто вот, если говорить, да, про качество музыки, я не говорю там о битрейте, чисто из качества, это качественная музыка очень, сказал эксперт о музыке. Но все же. Зачем здесь два сейв-поинта так близко? Раз уж мы здесь, почему бы и нет? Неважно, нам и там надо исследовать. Но здесь есть крутой скелет, поэтому мы идем туда, где крутой скелет. Помню, что это что-то... Какой-то эффект есть у этой фигни. Converse damage to hearts. Не хочу. Я понимаю, да. Типа, получаем урон, и это дает нам сердечки эти красные. Я предпочту обойтись без... Окей. Как было бы классно, если бы стрим с самого начала был с игрой, правильно? Все-таки щит — это глупая вещь. И только проджектайлы. Фак. Ну как я должен с этим сражаться? Как? Кто-нибудь мне скажет? А что, я не знаю. Если бы он еще раз меня ударил, я был бы мертв. Very nice, very cool, very nice. Знаешь, что у меня был какой-то potion, который полностью восстанавливает хп. Йоп. Окей, не полностью, но близко. О, ты опять. Ура. Окей, да, я был. Кул. Эй. Плис. Got him. Упс, сори. You okay? Нет, I guess нет. Сори, я люблю птиц, но мне пришлось. Сколько у тебя хп? Jesus. Ладно. О, давно не виделись. Goodbye. Еще столько же не увидимся.
Sorry, dude. Надо спамить атаку, пока он мне жопой не надрал. Угу. Окей, так намного лучше. Пожалуйста, больше без вот этих рыцарей. А, да, это враг. Похоже, конечно, как будто это какой-то NPC, но нет. Гвин Чи. Каухи. Эй. Старые мемы. Я с тобой больше не связываюсь. Надоело. No. Знаете что? Норм. Потому что я могу пойти сюда и сохраниться. Если бы сейчас здесь кто-нибудь был, я бы мог там... Эй, как дела? И... Fucking... Давайте что-нибудь обсудим. Но, к сожалению, нет никого. And that's okay. Wait. Так, когда у нас есть туман, мы можем пойти... А, как минимум, мы можем пойти в этот, библиотеку обратно. К счастью, у нас есть карта. И там есть место, где можно воспользоваться туманом. Если... Вот она. Library card. Very nice. Very nice. Где мой меч? Broadsword. Сколько у нас там по деньгам? I'm interested in this. No, не совсем. I'm interested in this. Другое дело. Like you. Not bad. I'm interested in this. Что можем купить? Mace. Bad. Not good. Damascus 24, нет. Leather shield. На-на-на-на-на. Шляпа. Обычно... Шляпы называют плохие вещи, правильно? Типа, о, это шляпа, правильно? Я это выдумываю сейчас или... Так и есть, окей. Эй, чат появился. Hello, name, last name. Так, знаете что, Diamond Plate. Стоит, конечно, до хрена, но защиту прилично повышает. Вообще должен был с вот этим ходить. Я не знаю, почему у меня... Окей. Тэгэдэн-тэн-тэн-тэн. Точно, я же говорил. Well, как твои дела? Name, last name, 112. Человек с очень странным именем. Надеюсь, что в паспорте не так же написано. О, ты вырос. That's what she said. Опять с этими связываться. Вы, конечно, мне урона толком не наносите, но все равно неприятно. Very nice. Сижу, играю в Tactics. А, да, я, кстати, хотел поиграть, но я пока не попробовал. Потому что, я понимаю, я один из тех дебилов, которые... Вот в этом жанре, которым Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Vanguard Bandits, я как раз играл в один, по факту, из клонов таких игр, то бишь, как раз Vanguard Bandits, который Stella Eter... Stella что-то назывался на японском. Stella Eterna, Stella... Stella что-то. И таких, как я, достаточно мало. Но игра классная все равно. Вот ни Final Fantasy Tactics, ни в Tactics Ogre я не играл. И когда я говорю клоны, это все равно... Я имею в виду... как сказать... Не вот эти вот современные игры, потому что есть такие игры современные, которые пытаются, да, сделать примерно ту же фигню, как...
как Vanguard Bandits и Final Fantasy Tactics, потому что я видел в Steam такие игры, парочку как минимум, не помню названий. Я играл в одну из них, и она была норм. Vanguard Bandits норм тема, я дропнул, правда. Я не буду говорить зря, там это как бы твое дело, но игра классная, по-моему. Я помню, мы даже на стриме в нее играли. По-моему, она очень-очень классная. Саундтрек там крутой. Эй, Solo Bat. На самом деле, достаточно быстро в этой игре апгрейды появляются. Да-да-да-да. Так, если теперь... Я правильно помню, вроде бы как можно пойти к последнему боссу, в кавычках, который этот, Рихтер или кто там. И тем самым это, в общем-то, закончит игру. Но вроде бы, если, опять же, я правильно помню, нужно идти в совершенно другие места и находить какие-то другие вещи, и потом к Рихтеру можно, и потом будет перевернутый замок. Но я совершенно не помню, куда дальше. Мы сейчас можем много куда пойти, на самом деле. Но чисто канонически, куда нам сейчас? Опять же, много куда. Окей. Не помню. Но да, Vanguard Bandits, эстетика, боевка, музыка. Люблю Vanguard Bandits. Это вот, да, один из тех моментов, где определяется твоя видеогейм-жизнь, когда мне на PlayStation 1 досталось Vanguard Bandits вместо Final Fantasy Tactics. Наверняка Final Fantasy Tactics лучше, чем Vanguard Bandits, но я вырос в Vanguard Bandits, поэтому... Vanguard Bandits, Vanguard. Стелла Эпика. Мне кажется, Стелла Эпика она называлась. Эпика Стелла, что-то такое. No Nut Challenge. Попытайся не петь музыку из библиотеки в Castlevania Symphony of the Night. А, или вообще любой трек в игре. Тебе нам potion. А, фея. Только ее надо активировать мануально, если я правильно помню. А, где она? Вот она. Thank you for giving me life. Woman. Finally. И опять же, до чего же все-таки охренительно играет из Symphony of the Night? Если еще не хватало, знаете, предметов, дофига уникальных врагов, геймплей, музыка, эстетика. Просто вот все просто зашибись. Так еще, бабах, и оказывается, еще система фамильяров есть. О май гад. Эти фамильяры не бесполезны. Некоторые буквально там за тебя кнопки нажимают. И ты буквально там, да, находишь какие-то секретные вещи из-за того, что у тебя определенный фамильяр. Это так круто. Это... Может быть, глупо говорить, что это идеальная игра, но, черт побери. Это шикарная игра. Первое, что мне идет в голову в плане, куда можно теперь забраться, это не вот эти вот места, где недостаточно разведано. Кстати, я знаю, что в левом нижнем углу карты там можно взять огненный шар для летучей мыши, но я не хочу туда переться. Может быть, потом, когда мы там в той области будем примерно... И там есть вещи, которые надо кроме этого забрать. Но сейчас у меня первая мысль, которая в голову идет, это то, что он посередине замка, вот эта оранжевая хреновина, в зоне за часами, по факту, там можно вверх, по идее, взлететь. По крайней мере, там можно было взлететь с помощью ботинок, которые, опять же, я не помню, где находятся. Я знаю, что этот предмет существует, и он очень классный, его классно активировать. Но я не помню, где он. Упс. Well. А, точно, феи же лечат от проклятий. Эй, thank you. Thank you. Fuck me. Good. No.
Very nice. А насчет того, идеально, не идеально, все-таки в определенный момент приходит, конечно же, вопрос вкусовщины. Потому что, конечно, можно, типа, сказать, о, я такой эксперт, там, в видеоиграх, в музыке, в кинематографе или еще в чем другом, и я знаю, что хорошо, а что плохо. Но, поверьте мне, я вот работаю, где я работаю, и там люди... Там, если хотя бы немножко что-то странное в фильме, хотя бы чтобы что-то немножко странное в фильме или хоть чуть-чуть отличается от нормы, скажем так, да, они сразу так с ума, ой, что это за хуйня, с ума сходит, что это за хуйня, какого хрена, или пытаешься сказать, о, там, да, хороший там японский фильм, допустим, для них это, о, японцы странные, о, что они там курили, плиз. Другая культура, другие совершенно... Я хотел использовать слово «параметры». Это, не знаю, странное слово. А, раз уж мы здесь, давайте секрет там посмотрим. А, другие совершенно обычаи, другая культура, другие нравы. И ты умоляешь это все... Я даже не про кого конкретно говорю на работе, а просто... Ну, они там все, в общем, такие в основном. И ты умаляешь, да, целую совершенно другую культуру, которая образовывалась там веками. Ты умоляешь это, да. Ебанутые. Окей. Четыре раза подряд маг мисс Молчаровым с 78% еще. Эй, да, XCOM experience. XCOM, молодец, XCOM. Мне кажется, здесь какое-то оружие было. И вот это в том числе. Вау, найс. Это я понимаю апгрейды. А, призрак. Фамильяр. Но я люблю женщин, поэтому... Эй. Good morning, I love women. Окей, это не считается за ту решетку, через которую можно туманом пройти. Странно. But that's okay. Опять же, мы сейчас можем по-быстрому сбегать и забрать предметы кое-какие здесь. Без того, чтобы сражаться с, в кавычках, финальным боссом. Very nice. Найс. Nice. Как говорится, we eating good. Платина мейл. Зачем я покупал эту алмазную, непонятно. Оу, вот зачем. Алмазная лучше. Немножко печет, но ладно. Я переживу. Вот, но сообщаю Ютубу еще разок, на всякий случай. Ремайндер, скажем так. Обязательно пишите комментарии, в плане, я их читаю. Так что если вам есть что сказать, хорошего или плохого, то пишите. Особенно если хорошего, плохого не пишите. Почему я сюда возвращаюсь? Чтобы зачистить карту. А то у меня аутизм. Good. Так, куда мы там планировали? Да, посередине карты, на оранжевую хреновину, которая есть телепорт. Let's go. Окей. Я не идеально эту карту знаю, поэтому... Иногда происходит аутизм. Yes,
именно то, куда я и хотел попасть. Оп. Yes. Раз у меня извиняющая сила. Раз у меня уже не должно быть все-таки этих ботинок. Потому что у меня почему-то такое впечатление, что первый раз, когда я пришел сюда в последний раз, у меня уже были ботинки, чтобы быстрее здесь подняться. Но это не гарантия. Скорее всего, я не прав. Okay. Man, die. О, сори, вау, ужасно. What the fuck? А, защита снижается. И он двуручный. Соответственно, я не могу воспользоваться щитом. Which is fine. Потому что я щитом не пользуюсь. Оу! Ну, им не очень удобно пользоваться, очевидно. Yeah. Окей, все понятно. Скорее всего, мы вернемся к предыдущему оружию. Эх. Это, мягко говоря, неудобно. Эх. Окей. Да, до хрена урона, но удачи им пользоваться адекватно. Fuck you. Вы специально это сделали, я это гарантирую. А, это босс, если я правильно помню, это огромный шар трупов. Или огромный демон в церкви. А, огромный шар трупов. Нет, все-таки демон в церкви. Знаешь что, ты мне наносишь всего лишь один урон. Поэтому я особо не переживаю. Черепа, плиз. Стоит ли это оружие того? Вопрос. Потому что оно даже в воздухе тормозит. Yeah, time to become a giant demon. What? Верни мой щит, пожалуйста. Щит. Я даже не говорю о щитах. Я говорю о щит. Верни мой щит. Смешно. Боже, какая же это стрень. Стрень? Хрень страшная. Ае, аниме-атаки. Куда без этого? Ты похож на Гринча. Но ты очень слабый сам по себе. Woman, help me. Woman, help me, please. I love women, please help me. Fuck me. No, stop. No, stop. Bullshit. Я даже не рядом был. Окей, я был рядом, но не настолько. О, вау, опять же, Vampire Survivors reference. Плиз. Видите, урон больше наносишь, если по голове бьешь. Примерно как в реальной жизни. Bullshit, я держал щит. Фея, спасибо. Protection from fire. Спасибо, фея. О май гад. F
Fuck you. Да, щит здесь не помогает, мягко говоря. Я не помню, чтобы ты был таким сильным. Окей. No. Окей. Я думал, третья стадия. Хе-хе. Thank you. Anyway. Я все еще путаюсь в этих формах. Ты чего же все-таки классная игра? Но... А, эко. Мне кажется, я пришел сюда слишком рано. Потому что я помню, когда я обычно играл, я сначала попадал в то подземелье, и где ты доходишь до комнаты темной, в которой нужно эхо, потому что там шипы везде и темно. Теперь у меня эхо заранее. Ну-ка. Я что-то начинал, кажется, говорить, но я... У меня память отрубила. А, да. Крутая очень игра. И я могу быть очень предвзятым, потому что я обожаю вообще готическую эстетику. Одна из самых любимых вещей на свете. Окей. Но все равно игра... Папа! Люблю эту игру. Я продолжаю это говорить, но я по факту ее ни разу не проходил до конца. Странно, правда? Я бы... Обычно я бы так... О, ты даже не проходил эту игру до конца. Что значит, ты любишь эту игру? Но так уж сложилось. Я реально не знал про перевернутый замок в детстве. Лучше воду возьму. И я ни разу, да, не проходил перевернутый замок. Я даже не знаю, что там. Ну, в смысле, я знаю то, что это тот же самый замок, только перевернутый. Ха-ха, казалось бы, из названия, чтобы это еще было. И мне кажется, там другие враги. То ли другие враги, то ли есть новые враги. Я честно не знаю. Я даже не знаю, как выглядит последний босс, честно. Я не знаю, что в конце игры. Короче, я не знаю все, что связано с перевернутым замком, кроме того, что это замок, но он перевернут. Я обычно такие вещи по типу, да, онлайн. Типа, о, там кто-то, он или она, неважно. О, я такой большой фанат, там, скажем, не знаю, Зельды или Метроид. Первое, что пришло в голову. Так, окей, тогда... Да, какая твоя игра любимая? Ну, я чуть-чуть играл в... I guess... Metroid Dread. Ты прошел Metroid Dread? Нет. Это, в смысле ты фанат? Но... А, здесь вся эта фигня с Суккубой, помню. Так вот, я не говорю то, что себя... А вот говорю я или не говорю это? Потому что это реально кринж, если человек там, да... Это как фанаты Персоны, правильно? Точнее, фанаты Персоны 5. О, я такой большой фанат Персоны. Окей, ты играл там, не знаю, во вторую, в первую? Нет. Какую ты играл? Ну, я чуть-чуть играл в пятую. Потому что ха-ха, джаз, ха-ха... Women. Ха-ха, steal your heart. Мемы и так далее. Ты фанат Персоны? Ты уверен? Вообще слово фанат это тоже. Я вообще не фанат ничего. Я могу сказать, о, я большой фанат там готической эстетики. Но фанат... Мне нравится готическая эстетика. Когда человек говорит фанат, фанатик, правильно? Это очень... Это громкое слово, скажем так. Я сейчас, конечно, немножко семантика. I guess. Но просто, come on, просто, когда я вижу, что человек себя называет там фанатом чего-то, или там, извините, ненавижу это слово, но стэном чего-то, понятно, что он, ну, ему не пофиг, да, на subject.
Но потом, когда ты узнаешь, что этот человек там толком ни хрена не знает про эту вещь, и все равно у него там, не знаю, в Твиттере. Ха-ха, ама, я там Стэн, не знаю, Five Nights at Freddy's. Да? А, ну ты, наверное, прошел все игры там, или хотя бы, ну, одну или две, хотя бы, и там знаешь много про лор или еще что-то. Нет, полагаю, я смотрел пару порно-анимаций с Чикой на Rule 34. Похел. Это имеет смысл. Фак, куда дальше? На самом деле у нас теперь много вариантов. Из-за того, что у нас много вариантов, я совершенно не знаю, куда нам идти. Не имеет смысла, правда? Так, ну суккуба это вообще потом. Я даже не помню, как с ней на связь выйти. Алло, ёба, это Ти. Вау, вот вам мем из 2007-го. Окей. Okay. Еще из довольно мерзких мест. Упс. Сейчас. Please. Да, просри всю... Короче, я пытаюсь сделать Dark Metamorphosis, но я не помню, как конкретно его делать, поэтому... Поэтому я просто спамлю. Fuck me. Oh my god. Знаете, в определенный момент это уже не стоит того, правильно? Окей. Все, что нужно было сделать. А, и у меня фулл хп. Хуй. Уу! Ай, камон. Ну, да. Я мог спокойно лист посмотреть, но я аутировал, поэтому... И опять же, да, я помню, когда я обнаружил то, что в этой игре есть еще и заклинания, я так, боже, да чего же много контента в этой игре, и, может быть, людям там это и не нравится, то, что нахавится, вау. Может, людям это, кстати, спал настолько, насколько помню, доступно в начале игры. Да, так и есть, вот я и пытаюсь, в общем, дальше говорить, да, то, что этот контент в игре, да, плюс изначально, и тебе игра совершенно не говорит то, что они есть. Но ты рано или поздно наткнешься на них, скорее всего, когда нажимаешь на кнопки. Да, это, опять же, такая прикольная сторона игры, то, что ты знаешь, ну, cool. Не знаешь, ты, скорее всего, рано или поздно это обнаружишь. Это... I like it. Это очень хорошая игра. Я помню, там еще какое-то заклинание, как у Дракулы, также телепортироваться и шары стрелять. Потом какой-то есть Soul Steel. Но я, к сожалению, не помню конкретно их ввода. Да и, в общем-то, не так уж и важно, по-моему. И можно туда сходить, в теории. Или... Окей, сначала давайте сходим сюда. Как же приятно приходить в старые локации, да, когда ты... Уже бафнутый. Тан-да-ра-ра. Yes. No. Сейчас по факту, когда я соплю, я делаю как этот чувак, как его? Tazen Day, правильно? Chocolate rain. Some suck cock and some suck... Окей, я пытался какую-то шутку здесь сделать, но, к сожалению, у меня аутизм, поэтому... Some suck cock and some lick ass. Короче, в его виде вот это вот классическое... О, отворачивается от микрофона, чтобы... О, я подавился на слюне. Отворачивается от микрофона, чтобы вдохнуть. And yes. Поэтому я делаю точно так же, только я соплю в сторону. Excuse me. Skill of Wolf. Это вроде бы как раз бег, правильно? Нет? Excuse me, what the fuck is this then? Oops.
Skill of wolf. Special move. Yes, но только... Я думал, это бег. Нет? Это должен быть бег. Других я не помню, чтобы у него было. Ха. Nameless name, если у тебя есть возможность, ты можешь погуглить, что значит, что делает Skill of Wolf? Потому что я был уверен, что это тот самый скилл, который позволяет бегать. Ну, в смысле, это когда ты можешь пробегать просто сквозь врагов, типа урон им наносить. Разве это не он? Или я дурак? Серьезно. Castlevania Symphony of the Night, Skill of Wolf. Ты будешь моей Алисой. Nameless name. Погугли Castlevania Symphony of the Night, Skill of Wolf. I'm sorry. Странно. Деньги мне плати. Excuse me. Как насчет наоборот? Волк очень скользкий. I don't know what charge by... What the fuck? Я даже... Похоже, я даже никогда эти скиллы не использовал. What the fuck? Ха! Не знал. Я честно не знал, сколько лет я в эту игру играю. И я не знал про эту хрень. Ха. Thank you. Ау. Да, игра, похоже, тормозит только в начальных локациях, что странно. А мы здесь можем в воду спуститься. Я не знаю зачем, но мы можем. Раньше не могли. Оп. Я с этим не связываюсь. Где мое оружие? Обратно. О, я просрал свое оружие. Very nice. Пам-пам-пам-пам-пам. О, эти лаги! Только не ты. Ноп. Что ты делаешь? А, вот что ты делаешь, кул. Поздравляю. Поздравляю, ты мертв. Понедельник день тяжелый. Yes. Согласен. Боже. Very nice. Не помню, куда это ведет совершенно. Вообще планировал пойти в левой нижней части экрана, чтобы открыть, чтобы забрать способность для летучей мыши, которая позволяет огненный шар стрелять. Которая, кстати, нахрен не нужна, я и в жизни, мне кажется, не пользовался толком. Но это то, что я думаю? Мне кажется, это не то, что я думаю. Я сначала подумал, что это та хрень, которая ломает шипы. Но, скорее всего, нет. Strong vs. Holy Attacks. Cool. Оно того не стоило. Let me tell you what.
Мне надо посмотреть как-нибудь King of the Hill. Потому что я ни разу не... Ну, ни разу. Я там видел отрывки на 2x2, когда я телевизор смотрел раньше. И это, в общем-то, и все. Ну и отрывки на Ютубе, конечно же. Потому что Ютуб любил мне какое-то время советовать отрывки из King of the Hill. Do I look like I know what a JPEG is? I just want a picture of a goddamn hot dog. Yep. Но сегодня действительно был тяжелый понедельник. Я что-то весь день сегодня работал. На самом деле, стоило сегодня музыкой позаниматься. Я каждый раз это буду говорить. Ну, не считая тех разов, когда я наконец-то позанимаюсь музыкой, но... Я вообще планировал сегодня что-нибудь поделать в плане музыки, но... Я что-то так устал, что-то не в настроении, поэтому решил поиграть. Мне так не кажется обычно, но бывает неплохие вещи выдают, I guess. А, это способность для волка, а я думал, это летучая мышь, what the fuck. Power Wolf. Ага, вот это как раз та самая хрень, о которой я говорил. Алгоритмы. Well, yeah. Упс, не то. Вот про какой скилл я говорил. Фан. Так, дальше лучше всего. Fuck me. Торпедус, yes. Куда дальше? У нас и туман есть, у нас все, в общем-то, есть почти. Но куда конкретно идти сейчас дальше по игре? Не помню. О май гад. Я смотрел на чат. Все еще путаю кнопки. Я, конечно, сейчас хотел в ритм, извиняюсь, рыгнуть, но я не стал. У меня какой-то еще такт остался, полагаю. Окей, давайте сходим тогда в церковь. Сегодня хоть и не воскресенье, но пришло время. Почему продолжаете бросать эту тупую броню? Got him. Я думал, 26 урона будет достаточно для того, чтобы тебе жопу, на жопу надрать, но... Полагаю, нет. Странно. На, вода лучше. Люблю воду. Кто не любит воду? Правильно. Ну, некоторые люди... Окей. Некоторые люди не понимают эстетической сути воды. Окей? Как говорится... Care to elaborate? No. Basically, этот Chad Face и... ничего не объясняет и сваливает. Но, серьезно, вода — это важно. Не просто как вещь, которую мы пьем, а чисто эстети... Что за хуйню я несу? Короче. Пейте, дети, молоко, туалет недалеко. Только воду. И в туалет все еще недалеко. Но пейте воду, пожалуйста. Давайте на сегодня притормозим. Я, конечно, извиняюсь так рано стрим завершать, но я так понимаю, я выбрал не самый подходящий момент. И это достаточно нормальная длина, мне кажется, для... Что он несет?
Это нормальное. Drinking water stimulates the same pleasure mechanism as sex. Researchers have found that the brain releases dopamine in response to Boys, если в новостях скажут, что человек захлебнулся за то, что выпил слишком много воды, это я. Но если всерьез, то да, может быть, понедельник вечером, может быть, не самый адекватный момент для стримов. Но пофиг, если будет мало людей, ну, значит, стримы чуть покороче будут. Я просто хотел расслабиться. И да, большое спасибо, что смотрели. Абистеев, Nameless Name. Эй, на Ютубе люди посмотрят. Привет, Ютуб. До встречи, Ютуб. Так скоро не ожидали, да, следующего эпизода? Окей. Anyway. Закрываем эту хрень. И под конец, как обычно, потому что я должен пиарить свою музыку, музыкант по имени Арису. Скорее всего, вы найдете Арису Орфан, потому что это самая популярная штука моя. И да. Эй. До встречи.